Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 22 декабря, наш четвертый день в Москве. Сегодня у нас программа не очень насыщенная. Мы приехали сейчас утром на Воробьёвы горы. Далее поедем в центр. У нас несколько встреч по работе. Хочется сходить к ЦУМу и к Большому театру. Там тоже очень красивые новогодние инсталляции. И завтра рано утром мы вылетаем в Мурманск. Вечером у нас тоже пара встреч, поэтому даже в воскресенье, видите, работаем и одновременно стараемся посетить какие-то места и сделать нашу программу максимально интересной. Погода пасмурная сегодня, ветра нет, 24 градуса, очень комфортно. И, кстати, знаете что? Очень многие пишут в комментариях, что «Ой, Айхан замерз, холодно, одевайтесь теплее». На самом деле, я хочу сказать, что я замерзла больше, чем Айхан. И, несмотря на то, что мы живем в Аланье, не думайте, что... Я постоянно это говорю, не думайте, что вся Турция – это Аланье. Отъехав 2 часа от Аланьи, вы попадаете в снег, в холод, в мороз и точно такую же погоду. Поэтому к такой погоде мы привыкли. Даже в 2 часах от Аланьи больше снега, чем сейчас в Москве. Каждый год мы ездим в Эскишехир, иногда в Карс, в Эрзурум, в Испарту, на горнолыжные курорты. Ну, в общем, там, где очень много снега. Поэтому такая погода для нас очень привычна и ничем удивительным, страшным и холодным она не является. Поэтому не забывайте никогда, что Аланья – это не вся Турция. Аланья – это туристический средиземноморский региончик, где тепло, ну, относительно, по отношению к остальным частям. А вся остальная Турция, написали также: «Ой, Москва такая серая после яркой Алании». Не сравнивайте Москву и Аланью. Сравните, например, Сочи и Аланью. Сравните какой-то другой курортный город и Аланью. Но в Стамбуле и в других городах центральной Турции также серо, пасмурно, снежно и холодно. Поэтому никогда не забывайте, что вся Турция – это не Аланья. И, как я уже сказала, к такой погоде мы привычны зимой, поэтому ничего страшного и холодного здесь нет. Evet. Tarihi Moskova Üniversitesi'ne geldik. Burada müthiş bir sis var ama bina çok iyi duruyor ya. Bulutların arasında kaybolmuş bir kule gibi. Değil mi Berker? Daha ucu gözükmüyor. Aynen. Evet, biraz sonra az daha yakından bakacağız. Burada bir anıt var. 1945 2. Dünya Savaşı'na ithafen zafer anıtı. İçinde de ateş yanıyor. O da üniversitenin bahçesinde. Girişine giden yol üzerinde. Evet arkadaşlar. Moskova Üniversitesi'ni yakından görelim. Şöyle. Barok stili mimariyle yine. Ama üstü hala görünmüyor. Мы приехали на Воробьёвы горы и сейчас находимся около главного здания Московского университета. Давно я здесь была и захотела сюда приехать еще раз. Конечно, здание поражает своими масштабами. Кстати, у этих часов на двух башнях очень тоже интересная история, поэтому, если хотите, почитайте в интернете. А Воробьёвы горы находятся уже вон в той стороне. Сегодня погода такая пасмурная. Шпиль даже не видно. Если кто-то из моих подписчиков учился в этом университете, обязательно пишите в комментариях. Ну а так выглядит самый главный вход в университет. Evet, arkadaşlar, arkamda gördünüz. Tarihi Moskova Üniversitesi. Burada muazzam bir görüntüsü var. Şöyle göstereyim bakın. En üst kat bulutların içinde gibi duruyor sanki. Hava bayağı sisli, o yüzden görünmüyor en üst katı. Evet. Şimdi ana bina girişi burası. Şöyle tekrar göstereyim. Harika bir manzara değil mi? Kampüs alanda böyle
hiçbir şekilde. Tekrar şu manzaraya bir kere daha bakalım. Harika. А может быть, кто-то из вас работает здесь, поэтому, друзья, в следующий раз, как я приеду в Москву, возможно, вы сможете показать, как университет, аудитория выглядит изнутри. Тоже напишите в комментариях или на WhatsApp. Было бы очень-очень интересно попасть внутрь, потому что я знаю, что вход строго по пропускам. Очередная елочка, друзья. Загадывайте желания в очередной раз. Пусть они сбудутся. И покажу вам еще раз панораму на университет. И сейчас отправляемся на смотровую площадку. Сейчас где-то 3 часа дня, но огоньки, видите, уже зажгли и становится чуть-чуть радостнее. Также здесь есть прокат коньков и каток. Каток на смотровой. Можно кататься и смотреть на панораму города. Но сегодня пасмурно. Друзья, жених и невеста. Это на удачу. Вы знаете, что встретить невесту — это на удачу. Поэтому желаю всем удачи. И здесь также рождественский рынок небольшой. И сейчас мы посмотрим, какой вид у нас открывается отсюда, потому что, как я уже сказала, очень пасмурно. Karşıda gördüğünüzde CSKA'nın maçlarını oynadı. Rusnik stadyumu. А здесь также всякие разные домики. Не буду снимать долго, потому что играет музыка и YouTube мне блокирует видео. Посмотрите, какие красивые украшения. Очень здорово. Мы покидаем Воробьёвы горы и едем в сторону ЦУМа и Большого театра. Всех еще раз с Новым годом! Канатная дорога, станция Воробьёвы горы. Кто катался, напишите, куда она ведет. Мы пока еще не ездили. Сейчас спускаемся с Воробьёвых гор в сторону метро Воробьёвы горы. И вместо снега, друзья, в Москве очень много листвы. Наверху было холодно, а здесь прям в парке, в этом очень хорошо. И сейчас через вот этот парк идем на метро и едем к Большому театру ЦУМа. Мы приехали на охотный ряд и здесь идем к Большому театру и дальше пойдем в ЦУМ. Здесь очень красивые декорации, такие театральные шары новогодние. Сзади стоят веера, есть маска, но здесь очень, конечно, все красиво оформлено. Вот одна из таких масок театральных. И мне кажется, одна из самых красивых новогодних инсталляций в Москве именно вот эта инсталляция. Скажу почему, потому что она очень выдержана. En önemli sanat merkezlerinden biri. Bahşoy Tiyatrosu.
Yine harika bir manzara var, değil mi? Her yer ışıl ışıl. Ha? Вот такие вот шары специально для фотографирования. Можно в них фотографироваться. Ну и, конечно же, большой театр. Здесь есть тоже, сзади стоит вот там театральная вера. Ну, в общем, площадь очень красиво украшена, а было бы еще красивее, если бы был снег. Снега, к сожалению, нету, но зато есть вот такие вот красивые декорации. И видите, сзади ЦУМ очень тоже красиво его обернули, как подарок. Сейчас мы около ЦУМа, здесь стоят тоже вот такие красивые ворота и очень много елок. ЦУМ, конечно, украсили очень красиво. И здесь елки разных брендов. Очень рождественская атмосфера. Давай вот это. На театральном вот такая вот, вот такие вот красивые арки. Перекинуться через всю улицу. Супер новогоднее настроение. Her yer ışıl ışıl. 2020'ye hazırlanıyor Moskova. Şuraya mı gitmemiz gerekiyor? Moskova'da turumuzu tamamladık. Video yakında gelecek. Şimdi Moskova Domodedovo Havaalanı'ndayız. Murmansk'a uçacağız. Kuzey ışıkları falan filan böyle değişik şeyler. Bakalım orada ne tür maceralar yaşayacağız. Hep birlikte göreceğiz. Görüşmek üzere.